Только начинался. И когда, кстати, Бразилия тоже в Тарканы. Маракана впервые на этом турнире принимает. На состоянии звучат национальные гимны. И накануне этого турнира, который, по идее, это причина, включая, конечно же... Бразилия принимать честь или нет? Будет ли этот состав играть или нет? Вот как... Уже на такую классную европейскую команду. Баланс в игре приезжает. Вот за этот резкий подкат. Ну, согласись, заслуженное желтое наше поколение, когда на чемпионат мира выигрывали. Как об этом стоит? Первое желтое крыльца на этот матч не назначен. Пока очень осторожно команды начинают удушить. Перехватила мяч, и пас уже был на месте. А если никто не поддержал, он должен, прежде всего, играть. Но прорваться на ударную позицию Неймару не возможно. И наслаждайтесь игрой. Ну, теперь действиями Неймара как глубинный сборный. И может занимать любую позицию. Если будет момент или у тех, или у других ворот. Быть может сейчас, во время этой фланговой атаки позиции. Но Ромеро опять, не будем забывать, он играет все-таки не полностью здоровым. Он сам... Нет, арбитр нарушение. Решение принимает. Вон так, и сборная Бразилии опасный момент. Блокируется. И в такой момент для удара зрения, но он не получился акцентирован. Какие одни из лучших на планете сейчас. Но мне безумно нравится. Это Пакета. Достается и не только Неймару. Подача. Не смог оставить без мяча Бразилию. И продолжает комбинировать. И очень сложно, потому что Хейси на крыс Лукас Пакета. И сразу пас на Неймара. Нарушение. Тебя звезде бразильской сборной. Но посмотри. Прям кости. Практически, ну, учитывая его комментарии, был смешон о том, что это на правый фланг Ди Мария. Это передача. Хладнокровие, олимпийское спокойствие. Надо было играть. Вроде так снаряд полетел. Он зрячий на технику. Ну слушай, кстати, голоску мяч через вратаря. На его месте другой бы сейчас как дал бы. Это было под вопросом. Это все активно обсуждалось на протяжении всего. Лобил Ди Мария с такого же прохода, по сути дела, слезли по 4 команды. По 4, да. Здесь все-таки по 5. И вообще не должны те два билета, которые на каждого уделяли, вот они пошли по назначению. У передачи Ди Мария на углу штрафной подрабатывает под левую, бьет поворотом в рикошет. Хоть с одного фланга на другой, переводы. И удается напряжение. Знаешь, пока, во всяком случае, позиционные атаки сборной Аргентины мне нравится вот подобным образом. А теперь уже Месси рвется вперед. Бьет игру на себя. Месси тут же следует ответ Неймара. А это уже... И вот здесь уже попытка сыграть в подкате. Вот здесь желтая карточка. Паредо. Всем Неймар. Боже, и опять очередная атака сборной Аргентины, возникшая буквально на ровном месте. Акуль нарушали правила, ругается. Аргентинцы очень долго мячи разыгрывали. Вертит вперед. И в то же время прямо в руки не допускает. Ошибок успевает. И там уже старается во всю Неймару. Но посмотрим, что будет еще и Саута. Давай скидка в штрафную. Там Пакета готов был открыться. Другое решение. Следующий лицами с перуанцами, допустим, в матче плей-офф. Помнишь, ты сам вспоминал, как они забили. Кажется, ускоряется. Еще Ришарлисон. Будет подача. Да, неплохо. По 18-го года. Внимание к этому стандарту. Неймар подает. Будет ли удар? Будет угловой, потому что последним мяча коснулся кто-то из бразильцев. Партнеры, понятно, тут борьба. Все друг друга придерживают. Казимири уже практически мгновение первого тайма. Месси уже идет в штрафную, и на него следует. И голоди бразильцев, ну и Ди Мария был беспощаден. Он... Гернан Луди. Шокинут мяч вот туда чуть назад, и тут уже Родриго де Пауль оставляет без мяча. Вот в данном случае здесь получилось за счет фула, но это оправдано. Это очень важно. И пошел дальше и сам повел в адрес Данила. Конечно, тоже была своевременная передача. Он успел освободиться от мяча. Желтая карточка абсолютно заслуженно лучилась как раз. И опять вот так, как он... Должным образом, если они атаку за атаку проводят, будет момент. Тогда уж совершенно понятно. А как раз Пакета, да, вот мы вспоминали о том, что в первом тайме... Звучит свисток судьи. И, кстати, вот очень интересно, какие основания, да? И она действительно уже бы играла быстрее. Вот сейчас, учитывая то, что так мирно складывал бы беговые, выдает расстояние. Ох, Неймар, какой пас! Будет ли гол? В финале, но при этом мы аплодируем вратарю сборной Аргентины. Здесь уже вне игры и речи быть не могло. Но надо, конечно же, огромное количество вариантов. Он может сам повести мяч, как обычно это дело, когда был нападать. Но закрыл. Просто здорово. Реакция фантастическая. Ударная позиция. Это, ну, одна из первых таких передач, после которых у ворот, он, скорее всего, стартует, все-таки играет с травмой. Пакета, момент за Неймаром, он падает. По всему, в офсайде, жди и смотри под таким лозунгом. Ну, понятно, что пенальти не будет назначен. Арбитр появлялся, часто появлялся, и зачастую как раз получал там мяч. А выигрывает, и редко играет ничью. Неймар здесь не проигрывал никак. По линии, которая продолжает эту борьбу, только зависит от еще и количества минут, которые ты получаешь. В принципе, здесь мало кто даже не может. Дала мяч во владение Эдерсона. Подача, а мы посмотрим, да, как сейчас будут
которые расставляются футболисты. Плохо очутиться пытаются вылезти на чужую половину поля. Леонель Месси единственный на поле. Не только он играет там справа. Зацепил Леонель Месси в этом игровом с Аргентиной. Едет атаки через